Всем привет! Сегодня на ремонте стиральная машина Siemens. По ней есть несколько проблем. Во-первых, стиральная машина в процессе стирки не крутит барабан. Это одна проблема. Вторая проблема — манжета полностью в плесени. Будем эту плесень полностью с нее убирать. Давайте посмотрим, как ведет себя машинка. Давайте поставим машинку на интенсивную стирку. Вот она у нас набирает воду. Набрала воду на плате, щелкают релюшки реверса, но барабан не крутит. В принципе, дальше можем ничего не ждать. Здесь будет отсчитываться время, машина будет греть, сливать, но крутить барабан она не будет. Выключаем, ставим на программу отжим, сливаем воду и начинаем ремонт. Включила сливная помпа, вода удаляется из барабана. Помпа начала уже чмякать, это означает то, что в машине нет воды. Выключаем ее, дожидаемся, пока машинка откроет люк. Первым делом вытру манжету, замочу ее средством и оставлю откисать. Потом уже займусь основной проблемой. Работать буду в маске, поэтому комментировать ничего не буду, так как меня будет плохо слышно. Кому интересно, можете смотреть. Кому интересен результат по манжете, можете мотать в конец, смотреть, как все очистилось. Манжет с машинки для замачивания я не буду снимать. Я научился делать все это в процессе ремонта. Пока ремонтирую, манжета откисает, чистится. На этом зарабатываю дополнительные деньги. Давайте покажу еще раз, как она выглядит. Здесь вот именно плесень, не грязь. Приступаем. Thank you.
Вот здесь у нас находится двигатель. Вот щетки с одной стороны и вот с другой. Нам их нужно достать и проверить. Скорее всего, просто банально стерлись щетки. Нам их нужно будет поменять. И машинка должна будет заработать. С двигателем тут редко, когда что-то случается. Но бывают моменты. Ну, в данном случае, скорее всего, просто щетки. Щетки меняются. Снимаем клеммы щеток. Снимаются легко и просто. И затем тут есть такие, они как бы сказать... с пружинками щетки, и щетки вставляются в щеткодержатели. Вот, ну, двигатель в данном случае я снимать не буду, потому что это головняк, там нет задней стенки, только маленькое окошко. Вот, буду менять все через переднюю часть. Вот что у нас осталось от щетки, это одна щетка, обязательно запоминаем положение, в котором она стояла. То есть на щетке есть скос, щетку нужно ставить так же само по скосу новую. Если поставите вот так, двигатель будет скрипеть очень сильно. То есть это неправильно, надо ставить именно по скосу. Вот так вот выглядят новые щетки. То есть банально эта щетка не достает до коллектора, поэтому машинка не крутит. Я всегда притираю щетку на наждачке для того, чтобы она свободно ходила в щеткодержателе. Вот таким вот образом. Чуть-чуть я подтираю, и при установке у меня никогда нет никаких проблем. Потому что бывают новые щетки, они плохо ходят в щеткодержатели и застряют их клинер. И затем клиент вызывает снова мастера. Я очень часто попадал на такие заявки, где мастера запихивали щетку в щеткодержатель, щетка чуть-чуть подтиралась, и все, машинка не работает. То есть нужно делать так, чтобы эта щетка свободно ходила в щеткодержатель, а не просто застряла там. Я не знаю, видно вам или нет, вот она спокойно ходит. Так, маленький лайфхак. Если неудобно менять щетки в стоячем положении, я всегда ее ложу, машинку в смысле, ложу вот так на спину. И с такой позиции мне удобнее всего вставлять щетки в щеткодержатель. Потому что с этой стороны еще ладно, а с этой приходится мучиться. Так вот, чтобы не мучиться, делайте вот так. И все проходит намного быстрее и легче. И с этой стороны немного побольше. Почему так, непонятно.
Это у нас датчик аквастопа на днище. Когда в машинке что-либо протекает, вода попадает в поддон, стекается по вот этим вот желобкам к датчику. Здесь стоит пенопласт, который всплывает и замыкает микрик. И машинка уходит в ошибку. Такой вот принцип. Перед тем, как собирать машинку назад, после замены щеток, ну, конечно, если вы не работаете с врачом, то нужно помыть руки. Собирать все назад можно точно в таком же положении, лежа. Подключаем замок. Смотрим, что у нас здесь. Практически все отъело. Смотрим, чтобы машинка стояла устойчиво после ремонта и не шаталась ножка на ножку. У нас шатается. Подкручиваем ножку. Все, там стоит мертво. Ставим на интенсивную стирку. Проверяем, крутит или нет. Алло.
Алло. Да, доброго ранку. Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, ви ж робите правильно посудомийні машини? Да, роблю, але я зараз на заявці. Давайте я вийду, наберу вас. Ага, добре, дякую. Все, добре, да, наберу. Угу, да, до побачення. Дякую, до побачення. Как вы можете видеть, барабан крутит. Проблема была именно в щетках. Останавливаем машинку, ставим ее на отжим, спускаем воду и занимаемся манжеткой. Что у нас с вами получилось? Все помним, какая манжета была, какая она стала сейчас. Вот такой получился результат. Я думаю, довольно-таки неплохо. Плесени нигде нет. Все убило. Все чисто.